Ай-йоу-йоу-йоу! Всем привет, это канал Базука. Сегодня я вам покажу, где найти в Elden Ring большой меч-двуручник, священный двуручник. Это огромный, просто огроменный меч для силовиков. Очень требовательный к силе, 31 силу нужно в статусе. Итак, смотрите, мы появляемся на глушь Северного тракта Звездных Пустошей. Это рядом как раз с берегом болота Иония. Как сюда дойти, я уже объяснял в одном из своих гайдов. Сейчас вылетит справа подсказочка, как сюда попасть легко на самом начале игры. Итак, от этого места нам нужно будет вот прям по этой дорожке проехать вперед. Здесь будет по дороге еще один костер. Дальше будут руины. После руин будет еще один костер. И уже после руин, где-то вот приблизительно в этом... Так, извиняюсь. А вот в этом месте будет стоять телега, в которой будет сундук с этим как раз двуручником. Давайте доедем сейчас быстренько. Я вам все покажу и расскажу. Так вот, мы доехали до руин. Здесь будьте аккуратны, ни с кем не вступайте в бой. Так вот, здесь будет костер. Советую вам его взять обязательно, присесть на нем, отдохнуть, чтобы кто за вами гнался, уже не гнался. И вот здесь, в этом месте, вот стоит телега. Но будьте внимательны, здесь будет две огромные тирекс собаки и огромный тирекс ворона. Я уже их убил, чтобы просто не терять время на это. Но вы можете на картах вот спокойненько подойти, обойти всех этих собак. И вот нам нужно будет подойти вот именно сюда, к этому месту. Здесь вот этот сундук, открываем его. Вот, кстати, справа можете увидеть эту большую тирекс-собаку. Вот здесь будет еще две таких. И еще одна большая ворона. И вот подбираем двуручник. Двуручник называется. Давайте сразу на него посмотрим. Двуручник. А вот так вот он выглядит. Огромная просто махина. Это на силового. Я могу сразу показать ее статусы. Что она требует. Она требует силы 31 и ловкости 12. Очень мощное оружие. Просто замечательное. Такие у нее удары. Ну, в общем, как-то так. Ребята, всем спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на канал, оставлять свои комментарии, ставьте лайки. Всем пока.